Всем привет! Привет всем еще раз! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня мы с вами будем готовить. Замечу, что сегодня 9 октября, воскресенье. Вот. И семья вся дома, и жена, и муж, и дети, все в сборе. И поэтому охота что-то приготовить легенького, вкусненького и красивенького. И опять себя любимую не напрягать, то чтобы весь день не стоять, не падать на кухне. Что нам для этого нужно? Приготовим вкусный легкий салат. Для этого нам нужно листья салата, яйца 4, а луковичка фиолетовая, помидорки черри, тунец, масло растительное, посуду, в которой мы будем готовить, ложечка чайная, ножичек и соль, и перец. Вот. Что хочу сказать, все вот эти покупочки и стоимость у меня есть в обзоре покупок в предыдущем выпуске. То есть цену вы можете этого салата посмотреть, сколько все это стоит. Для начала порежем лучок. Лучок порежем тоненькими полукольцами. Так, опа, убежала у нас лапочка. Ну ничего, я потом подниму. Так, режем тоненькими полукольцами. Займет этот салат по времени, ну вообще, так скажем, вообще ничего не займет по времени. Только нужно предварительно отварить яйца, и все. Вот такие у нас тоненькие, красивенькие колечки готовы. Стол у меня чистейший, все вымыто. Значит, листья салата, помидорки, все это я вымыла, естественно. Помидорки черри. Здесь вот, не знаешь, удалять. Ну, давайте удалим. Так, режем на четвертушечки. Если мы начинаем их удалять, начинаются маленько помидорки наши мяться. Поэтому вот таким лучше способом. Вначале мы разрезаем, а потом удаляем. Разрез делаем вот здесь вот, ну понятно, чтобы помидорка наша красивая не растекалась. Так. Вот и осень, да? Вот и осень. Но и осенью может быть и хорошо, и приятно, когда дома тепло, семья вместе и ждет что-нибудь вкусненького от хозяйки. Еще раз повторяюсь, то, что да, мне писали, то, что показывать все можно побыстрее, но я говорю, я хочу не просто показать то, что вот я приготовила этот салат, а я еще хочу с вами в обязательном порядке и чуть-чуть пообщаться. Пишите мне, пожалуйста, комментарии, советы ваши. Мне очень интересно. Теперь режем яйцо. Как мы будем резать яйцо? Яйцо вот на половинке. И еще раз на половинке. Так. Я думаю, что от этого салата все будут в восторге. И дети, и взрослые. Для хозяйки это праздник, потому что готовить легко. Но опять же и вкусно.
субботу смотрела «Доброе утро». Так. И пока наши яйца отставляем в сторонку. Теперь, значит, мы должны листья салата. Листья салата рвем. Листья салат ни в коем случае не режем, а рвем. Так, и возвращаюсь к тому, что в субботу я смотрела «Доброе утро», и там сказали, чтобы мама была доброй и довольной, она должна хорошо кушать. Каждая хозяйка. Ну, там вот разговор был о завтраках, о разных завтраках, какие можно. Ну, что там, вплоть до даже запеченной курицы. Ну, я не знаю. В принципе, не для каждой мамы с утра встать и наесться курицы. Ну, все еще зависит от работы, от человека. Это все естественно. От многих факторов. И вообще, самое главное, то, что у нас с вами в голове. Если у нас в голове мир и покой, то все у нас с вами будет замечательно. Главное, чтобы был комфорт между душой и нашим душевным состоянием. Так. Все мы красиво нарвали. Смотрим. Теперь начинаем наш собирать салат. Так, луковички, полукольца. Я, кстати, думала сегодня с утра, какую мне взять лучше, значит, посудину. Плоскую или вот такую. Что-то думала и пришла к выводу, взяла вот такую глубокенькую тарелку, не плоскую. Может быть, надо было взять плоскую, конечно. Так, смотрим. Вот так у нас получилось. Теперь раскладываем яйцо. Скорее всего, да, надо было брать плоскую. Ну, ладно. Разместим и здесь. Было бы желание. Вот постараемся. Фантазии у каждого из нас с вами полно. Маленько приподнимем лук, чтобы был виден, а совсем не погряз в этих яйцах. Так, вот таким образом у нас получилось. И теперь будем раскладывать наш тунец. Еще раз говорю, руки у меня чистые, все помытое. Маленько насвинничала, тоже не беда, всяко бывает. Самое главное, я говорю, что это занимает минимум времени, да, и получаем много позитива.
и вкусно, и легко, и просто. Чтобы у нас каждую позицию было видно. И теперь, соответственно, все украшаем так, помидорками. Так, секундочку, сейчас я сполосну. А, вот я еще не доложила. Угу. Вот так вот. Сейчас я сполосну руки. Секундочку. Теперь все это мы с вами поперчим, соответственно, по вкусу. Так. И маленько маслечка растительного. Немножечко вот так вот. Все. Наш с вами прекрасный салат с тунцом готов. Прекрасного аппетита, прекрасного воскресного дня всем. И всем пока. С вами, как всегда, ваша Ольга. Так, ну вот, как всегда, послесловие. Салат не хотела мешать, но маленько мешанула, подняла зелень. Но, в принципе, лучше, конечно, было выбирать тарелку неглубокую. Но я сделала так, но сейчас вроде получилось гораздо красивее, вот, чем все было, когда наверху. Подняв листья, вид у салата изменился.